подкат Мартыновича. Авдия с мячом. Удар поворотом. И уже Крепцук в игре. И нет углового, что важно. Позволили пробить, да, и скидка прошла. И Авдия поборолся за мяч. Не успевает к этому мячу выскочить нападающий. Трабзонспора очень вовремя Мартынович. Но атака продолжается. Удар на месте Станислав Крепцук. Это Сарыбел. Полузащитник, но вот он смещается на план, а его партнеры продолжают атаковать. И это Джан Бас бьет поворотом на месте Станислав Крепцук. Еще одна атака. Костюков делает пас, удар, Крепцук на месте. Запускать мяч в игру, Матье Вальбуина, подача. И удар поворотом, который сегодня у Краснодара защищает Станислав Крепцук. Помню, у Краснодара в первом тайме Настоцкого такие не проходили. А вот и по штрафную площадь Крепцук выходит и выручает. Великолепное действие сейчас вратарь Краснодара. Корпусом он блокировал этот мяч, чуть ли там не лицом отбивал его. Еще одна передача, Крепцук на выходе забрал. Браво, вратарь. Два хороших момента. Рвется в атаку. Сейчас Костас Цимикас. Против него Стоцкий, подача. И Станислав Крепцук, браво! Но сегодня лучший игрок в составе Краснодар. Подключает к атаке на фланге. Поденце бьет! Очередное спасение! Исполняет. На ура! Станислав Крепцук. Верас. Вот тоже стенка Базеля, но она прошла. Крепцук!